Короче, мы толкнули насос. Там давление, по идее, должно подняться. А он ни хера. Стали разбираться. Тут, короче, и обратный клапан. Так же залипший, как и был в таком же состоянии этот насос. Сейчас будем чистить. Будет держать он или нет, я уже не уверен. Ну, хотя бы будет пропускать туда воду. А то даже давление насоса не может его протолкнуть. Он просто умер. Почти. Вот таким был и насос весь. Я еле снял крыльчатку из этого ила. Ну все. Самую грязную работу я пропущу. Потом покажу результат. Одно плохо, вот эти вот штифты уже изношены. Вот, видно. Этот вообще еще хуже. Ну, посмотрим. Замеряю сразу. Вдруг придется новый покупать. Было на лен запаковано. Запакую и я. Такие клапана лучше в горизонтальном положении ставить. Тогда он лучше работает. И не так забивается. Пойдем, воткнем. Сейчас промоем. Вроде держит воздушник. Вот чуть-чуть с него пошло. По-моему, он даже в обратку держит. Потому что ту задвижку я еще не открывал. Сейчас открою. Включим, проверим. Бывает воздух, вот воздушник, можно стравить. Эту задвижку закрываем. На всасе, которая. На напоре открытая. Вот открываю воздушник. Пока идет. Сейчас должно упасть. Если упадет давление, значит, обратный клапан держит. А давление падает. Реанимировал я этот клапан. Ну все, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.